Так, уважаемые дамы и господа, сегодня у нас в гостях в программе наиярчайшие представители школы Ярославского металла, группа InXist с премьерой своего нового клипа на песню «Земля» и, в общем-то, с позитивным настроением, правильно говорю? Да, конечно. Абсолютно. Давай же перейдем к вопросам от телезрителей. Земляки решили вам тоже написать. И у них возник такой вопрос вообще, что вас могло вот на Ярославской земле, да, на этой, где вы живете, вдохновить вообще на то, чтобы заниматься металлом? У нас есть завод «Ярославские краски», вот там очень классные пары, вот мы нанюхались. Какая атмосфера витает. Да, и сразу же поняли, что ну вот нужно поиграть что-то тяжелое, адское. На что вы готовы ради славы? Готовы вступить в что-нибудь в Да. Он даже на большее готов. Даже на больше готов? Переспать? Мы это обсуждали. Да вы что, да? Да, то есть мы уже, ну, заявляем вам, прямо, друзья наши, телезрители, если у вас есть интересные предложения, прямо обращайтесь. И вращайтесь. Разворачивайтесь, и мы на все готовы. Ради славы. По поводу клипа поговорим. Клип, в общем-то, хороший. Посмотрел я его, да, уже ВКонтакте выложенный. Последнее время просто реально приходит нереально. Приходит большое количество видосов, да, вот всяких российских, именно отечественных групп, играющих примерно одинаковую музыку и снимающих одинаковые клипы. Вам все-таки удалось как-то выделиться, да? Снимал, я так понимаю, это видео Have Fun Visuals, да? Угу. Ванич. Всем известный Ванич. Сюжет заключается, я так понимаю, в том, что там присутствует некий супергерой какой-то. Бамш. Бамш. Не бомж, бамш. Что за бамш? Это наш техник. Это вот техник, который, блин, у нас работает на сцене. Это просто мега-чел. Лютый. Блин, он, не знаю, он с другой планеты, это точно. Вот, он главный герой, как бы. Ну а в чем там замес? Я так понимаю, есть бамшни, которые ходят по Ярославлю где-то там. Чем он занимается? Какие суперспособности у бамжа? Суперспособности. И какое отношение он вообще имеет к названию «Земля», потому что я не вкурил. Он может выщелкивать людей вот просто вот так вот. На раз, да? Да, и все. То есть он бегает, ну, как бы по городу перемещается, помогает людям в разных ситуациях. Ну, это какой-то чисто, видимо, ярославский супергерой, да, и в других городах. Да, исключительно ярославский, исключительно, да. В других городах такого нет, только в Ярославле. Сдаем его в аренду иногда. Другим городам. Чтобы он тоже там правосудие вершил, там, так сказать. Ну, вот. Ярославский Чак Норрис, так можно сказать. Ну да, мне это близко. Удар с разворота. Владеет ударом ноги с разворота. Спасибо огромное, что посетили нашу студию. Очень приятно. Всем ярославским краскам привет. Сейчас будем смотреть новый клип группы InXist под названием «Земля». Для кто еще себе не выбрал супергероя, то, знаете, для меня мой супергерой — это мой папа. Ha ha ha.